Всем привет, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и мы продолжаем проходить Inside. В прошлой серии мы захватили батискаф, и, собственно, вот плывем, и вот обратите внимание на фон. Чё за трубы, и чё за вообще это такое, какое-то здание, или что-то какая-то, типа, конструкция. Короче, мы нашли трещинку, собственно, сейчас и будем ломать её. Будем выяснять, что же это такое. Типа какой-то... В промышленную какую-то зону, что ли, мы заплыли, и... Это типа затопленный за то ли завод, то ли чё, блядь, это вообще такое. Куда надо? Да, видите, да? Затопленный какой-то промышленный какой-то хуй знает что. Ох, ёптво. Чё-то я не сломать бы мне её. Штукенцию эту. Затопленный завод, блядь, как это загадочно. Это что, блядь, такое? Это мутная вода там, или это какое-то стекло, что ли, мутное? Слушай, да, это, походу, какое-то мутное стекло. Типа там что-то за ним происходило. Оу. Ой, так мы всплыли, подожди. А ну-ка. Так, понял, ладно. Сейчас мы вот это разломаем. Там армированная, короче, это бетон-то. То есть мы не проломим это, я так понимаю. Ой-ой-ой-ой, стой. Короче, нет, это без толку. Что-то, видимо, всплывать надо. Приплыли. Так, ну окей. Куда? А, наверное, через решетку вот эту армированную, типа туда. За дверь вот эту. Я угадал? Да. Окей. Блять, далеко-то не нырнуть. Глубоко. Чё это за завод такой? Затопленный. На котором по-любому производили какую-нибудь херню. Да, смотри, типа... 0.2, это типа экспериментальная какая-то... как это, блядь, назвать-то? Лаборатория, что ли? Не лаборатория, а... Короче, тесты, когда испытания какие-то проводят на чем-то. Вот такие камерки я видел. Даже в фильмах такое неоднократно показывалось. Типа, испытуемый в камере 02 чувствует себя замечательно. Вы чё, охуели? Алло. Сейчас задавят меня. Чё, уебало, что ли? Уебало. А как? Подожди, стой. Блядский рот, а? Ладно, давай нажимаем. Нет. Нет.
Я ныряю. И эта хуйня за мной. Вот это что за капсулы, кстати? Они в начале игры были, и сейчас вот это они. Я что-то не помню, что то в них, по-моему, то ли выращивали кого-то, то ли что-то... Для чего они? Какие капсулы, умбрелла какие-то. Каких-то там зомби, блядь, мутированных. Выращивают. Это что, трава? Трава. Это типа лес? Лес внутри... А внутри завода, типа? Круто. Чё это? Чё я включил? А-а-а, всё, я понял. Я все понял. Чё дальше? Забор. Внутри завода забор. Подожди. Внутри завода лес какой-то с забором. Или я вылез опять в какую-то... Короче... Что-то какая-то хуйня непонятная. Кстати, обратите внимание, что, опять же, вот эта вот локация похожа на первую локацию, где я, короче, только появился и шел через лес. Вот тоже. Тоже какой-то лес и тоже какие-то, типа, капсулы. Только на деревьях здесь какие-то стоят поеботины. Наверное, вот сейчас через эту штуку придется делать все. Окей. Или это опоры? Или это просто типа опоры, замаскированные под лес? Для кого-то. А это что? Это типа загнивший лес? Ну типа листья. О господи, я слева увидел свою тень, думаю, ебать. Кто это ко мне бежит? Ха! Так, окей. Чё это? Чё ты открыл? Мне туда? А, это я вернулся. Всё, я понял. А, всё, я вкурил. Это мне сейчас просто надо будет... Типа перепрыгнуть это. Чё это было, блядь? Сука, кто это был? Все, ну его нахуй, запрыгивай быстрее в эту хуйню свою. Ну-ка, подожди, ну-ка, айда. Где ты? Кто ты, блядь? Еба, я вздрогнул. Кто ты, блядь? Я помню, что что-то какая-то хуйня там была. Что-то это мы встретим, короче, вот это вот. Да, все, прыгать надо. Мы встретим эту хуйню дальше. Это я помню. Но я не помню. Блядь, все-таки как круто, когда проходишь игры и не помнишь их. Так можно вообще все игры переиграть. Так, вот я хотел сюда сплавать еще. А сюда, скорее всего, и надо сплавать-то. Куда дальше-то? Только сюда. Вот эти капсулы затонувшие. Да, это какой-то промышленная какая-то поебень. Завод типа. Опа! Обрати-ка ты внимание. Это что такое, ну-ка? Проводок. Я же говорю, надо обращать внимание на проводки. Сейчас можно вылезти, да, будет? Проводочек. Проводок. Вот он, да?
Опять какие-то капсулы. Что за капсулы это? Ну-ка, я могу как-то? Капсулы, сука. Я хочу узнать, что за капсулы. Стулья. Хуякс. Ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Ну-ка. Эй, вставай. Залазь. Нет, не ты. Блять, да залезь ты в нее. Блять. А как, подожди, я что-то не понимаю. А, во, вот так. Что-то я не понял, подожди. Только слева что-то есть еще? Нет, только я должен, типа, вот с помощью вот этих штук. Окей. Или не окей? Что-то я не могу врубиться. Наверх, что ли? Вот так надо прыгнуть или что? Уплыть я не могу отсюда, да, типа, потому что главный герой это я. Окей. Я отключаюсь, и пиздец, он виснет, да? Так, подожди, что-то... Что-то я не понимаю, как это сделать-то? Ну-ка, подожди, дай-ка я прыгну вот так. Ага. То есть я каким-то хуем... Должен, типа, так сделать. Окей, а как? Как это сделать-то? Вот в чем вопрос. Не, я хочу шарик этот выключить. То есть, может, что-то мне ёбнуть куда-то надо? Оно ж, чтоб всплыло что-то. Вот сюда может. Бля, сейчас сломаю его еще. Не, тут без вариков, тут что-то надо мутить вот именно с вот этими двумя чувачками. Никак по-другому. Стой, а как же я тогда, ну-ка, как я могу сделать это? А ну-ка. Нет, я не могу выпрыгнуть. Тут тоже я ничего не могу сделать. Подключаюсь. Что могу сделать? Угу. Угу.
Так, а давайте-ка проверим, я вообще захлебнулся, могу вот этим чуваком? Или это какой-то рабофицированный, робот, блядь, какой-то. Или он вообще не дышит, он зомби, типа, какой-то импульс посылает, типа, робот. Слушайте, да, походу, это какие-то рабофицированные чувачки-то. Так, ну ладно, и чё? Так, блядь, давай подумаем, как я могу? Это что-то надо высокое, да? Либо подтянуть. Либо подтянуть. А как я могу подтянуть? Что-то связано, наверное, с моим вот этим устройством. Как это назвать-то? Батискафом. Прыгает он замечательно. То есть я могу, в принципе, и прыгнуть. А, погоди-ка ты нахуй. А чё если сейчас я вот теперь сделаем вот так? Ну и нахуя ты сделал это? О! Ёбаный насрать, ни хрена как это делается-то. Жесть вообще, это прикинь, надо додуматься до такого. Сука, через двойное подключение. Ну-ка. А-а-а, я понял. Я, короче, разрушаю вот эту империю ёбаную компьютерных вот этих зомбарей. Я понял, что я делаю. Это типа как передатчики или что-то типа того, и я, короче, это ломаю. Ни хрена круто. Типа людей отупляют, специально их роботизируют, чтобы они были такими долбоебами, короче, управляемыми. А я это рушу, типа я ломаю всю эту систему. Прикольно, я понял. Так, я по проводку пошел и пришел. Вот сюда мне надо. Кнопочка. Вижу, что кнопочка. Кнопочка, конопусик. А тут, видимо, я вылезу. На. Так, хорошо, допустим. Давайте-ка туда еще слетаем. А тут что? Тут тупик. И дверка. Да? Или еще что-то есть? Ну-ка. Да, это все, это типа тупик. Я понял. Кнопочку там тыкаем. Тыкаем кнопочку. И типа всю нормалды открываем. Как-то это напряжно. Вам не кажется? Слишком просто, мне кажется. Или что это такое? Это я воду типа слил или? Блять, и чё? Вон оно чё. Вон оно чё, я понял, ладно, сейчас сделаем. Сделаем как положено. Залазь ты в эту хуйню свою. Погнали. Туповатое задание какое-то, мне кажется.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, забыл, ты же у нас не этот, не амфибия. Слушай, а сейчас, наверное, вылезет та залупа, которая что-то меня напугала. Да? Если так, то это, ну, как бы оправдывает простоту такого мини-задания. Или она не вылезет? Нет, не вылезла. Все отлично, значит. Просто тупенькое задание. Да, все, угомонись, блядь. Че ты вылазишь-то? Ох, ебать. Так, и что здесь? Здесь дальше поплыли. По затопленному заводу. О, ты кто, блядь? Кто ты, блядь, такая? Это баба какая-то, типа, да? Русалка? Ебать, она жуткая. Ох ты, сучка, я тебя сейчас въебу. Ох ты, сука такая, а? Ну давай, ты меня ведешь куда-то или что ты хочешь-то? А, ее даже не столкнуть никак, типа. Ее вообще, короче, никак не размазать, да? Она будет просто преследовать нас. Ну все, и так иди тогда нахуй. Ты охуела, что ли? Алло? В смысле? Я, блядь, этой хуйней стены проламываю. Ты ёбудался, что ли? Алло. Короче, я понял, эту хуйню надо под прицелом, типа, держать, да? Блядь, уйди от меня. Блядь, а как? Пиздец, и чё мне с ней делать? И сожрала меня. Так, он типа автоматом на нее направляет. Ладно, давай потихонечку будем ее, чтобы она не впереди нас тогда всегда была. Вот так будем передвигаться тогда. Пошла нахуй. А ну отъебалась от меня. Ай-яй-яй. Иди нахуй! Нахуй иди! Пизда, блядь. Началось, блядь. Так, аккуратно. Бэмс. Полетели. Иди нахуй. Нахуй иди. А, сука, стена. Все, тогда иди в очко. Я поплыл наверх. Блядь. Сука. А как я тогда должен это делать? Если у меня мигает это... А, подожди, засов слева я видел. Все, я понял. А ну пошла нахуй, сука такая. Короче, я когда об стену, об что-то твердое бьюсь, то у меня... Ну-ка, если плавненько. Он же не будет переводить? Если плавненько вот так.
Все, пошла ты нахуй. Все нормально. Уверен, это не последняя встреча, как и с собаками. Уверен, что и собаки сейчас будут. И это хуета. Это что за вообще такое, блядь? Какой-то бункер или что это? То ли завод, то ли какое-то... Это, короче, предприятие какое-то, видно. То ли ракетно-строительное, какое-то очень большое, объемное. Ого! Сказал я. Подожди, давай посмотрим, что это такое вообще. Завод какой-то, то ли завод, то ли что это. Объемы у этого, короче, строения большущие просто. Просто неебический. Он как будто в скале в какой-то сделанный. Что ж, прям в лес можно сделать внутри, это же вообще. Скала. Вот что это? А, нет. Ага. Так, погоди-ка, там же лестница. Мне это интересно. Окей. Окей. Как дельфин сейчас будем нырять. О, я зря сделал, да, это? Ну-ка, я могу ее столкнуть обратно? Я ее на сушу, короче, вытолкнул. Сука, зачем я это сделал? Ну-ка. Ёбаный насрать. Так, ну ладненько, давайте пока не паникуем. Может быть, это конечная станция. Тут чё? Ох, ебать! Нет, подождите, подождите. Блять, я опять как, короче, сука, как в этом. Ну-ка, подожди. А, загрузить. Вот этот момент. Да. Я, короче, как и в прошлый раз, вот с... Как оно называется-то? С кондиционером. Там висел кондиционер подозрительный. И я думал, что на него можно было залезть. И я, короче, дальше побежал. Мне кажется, там, ну, там лестница. Очевидно, что что-то можно придумать. Или разве нет? Блять, по-любому должно как-то можно придумать. Может, на дне что-то лежит, чтобы всплыло оно. Вот доски какие-то. Сейчас по дну пройдем, посмотрим. По-любасу что-то тут есть. Или можно как-то, ну, не знаю, оттолкнуться от батискафа этого. Ну, вон, лестница. Ну, чё это за хуйня? Ты погоди, ты, блядь. Вверх нажимаешь, он вылазит. Чё за, блядь? Ну-ка, давай попробуем просто как-то, может, прыгнуть. Я не пробовал. Как туда залезть?
Так, а кнопки-то вообще, может, что-то еще у меня есть? Нет, это залезть. Я могу прыгнуть. Стой! О! Смотри-ка, в натуре ведь что-то ломается. Ну-ка, давай. А, стой. Вот, я же говорил. Блять, с кондиционером по-любому тоже там можно было что-то придумать. Не-не-не, стой, стой, не тони. Блять, вот как жопой чувствовал. Я же говорю, тут, сука, все в каких-то секретках. Вот, смотри. Я же говорил, сука, я бы сейчас мог пропустить этот провод. Я же видел, что куча-куча проводов. А это что такое? Смотри. Типа, короче, в каких-то лабораториях выращивают какие-то деревья, типа. А я могу как-то ебануть это? Смотрите, они скотчем заклеили, типа, потому что оно продавило, видимо... этой веткой, короче, продавило стекло. И они, чтобы, короче, не расползались трещины, они замотали, замазали все это. Блять, я могу что-то сделать-то? Блять, прикольно, все так загадочно, все так прямо вот эти вот пасхалочки эти все прям вообще очень прикольно. Круто, блядь. Так, хорошо, я запомнил кондиционер. Я не помню точно, где он находится, но, короче, возможно, в конце игры, если там я ничего не открою. Или там, может, даже это не отметится. Да, в таких играх вполне возможно, что даже не показано, что я там что-то открыл или что-то... Что-то там, какие-то достижения у меня. Просто, типа, собираешь эти штуки, и лучше тогда смотреть вики. По этой игре. Где там, короче, будет написано, что сколько этих ежиков светящихся нужно собрать. И еще, кстати, помните, в какой там серии? Второй, по-моему, этот. Я вниз спускался и рассказывал вам, что там бункер какой-то закрытый, там электричества нет, и я такой рычажок там дрочил, тыкал. Вот по счет этого тоже надо будет не забыть. Пришли опять песок. Чем-то она похожа, короче, на Джорни. Тоже что-то какие-то локации одни из других, короче, переплывают в другие, одна из другой в другую. Что-то как-то смешано, так сумбурно, прям непонятно. Ладненько, давайте на этом и закончим. Если понравился выпуск, тогда жми лайк, комментируй, подписывайся на канал и делись роликом с братюнями. Также тыкай колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ссылка на плейлисты, социальные сети. Я там еще, кстати, добавил Discord. В описании все это дело. Ну а на этом у меня пока что все. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!